Ну что ж, Ариару, мой маленький любитель покушать, мы начинаем играть такую увлекательную игру, как Римгору. Зашел человек, добрый каннибал, перфекционист, сова с слабым иммунитетом. Дикий человек к нам зашел. Ладно. Приручать его, конечно же, не будем. По идее, сейчас вот это вот, да, область с крышей. И у нас ничего не портится. Аллилуйя. Хотя бы чего-то мы достигли. По нуждам. Ты отдохнула более-менее? Пойдем. Поделаем душу. По ограничению давайте я вам пока вот так вот сделаю. Чтобы вы не спали у нас. Точнее, спали только когда я скажу. 75 кожи. Можно будет построить обычную кровать. А, даже две. Потому что она 40 кожи требует. Всего-то. Давайте построим, в принципе, вот таким вот образом. Так, я чего хочу? Я хочу сделать примитивный колодец из гранита. Тем более у нас тут есть такая большая область. И что? И сделать так, чтобы наши поселенцы не бегали так далеко. Для меня и стали. Ну, придется и стали сделать. Хотя можно из досок. Что? А, из досок можно. Замечательно. Чтобы наши поселенцы так далеко не бегали. У нас тут есть 42 гранита, которые здесь лежат. А сюда надо... Больше, короче. Давай. Работай, пельмешка. Хотя бы построить здесь примитивный, банальный примитивный до жути колодец. Так, по работе давай мы тебе поставим двоечку, потому что в приоритете у тебя все-таки готовка. Да, это будет долго. Ну что ж, зато он поможет нам очень много сэкономить времени. Не-не-не, ты ни туда не побежишь стирать. Если ты хочешь стирать, ты делай колодец. Давай, иди отдыхай. Ты пошел все равно стирать. Вот пидорас. Один, будь добр. А, я понимаю, то, что ты стираешь, но займись, пожалуйста, тем, что наруби дрова нам. Что так необходимо. И построй уже этот ебаный колодец. А. У нас уже мясо кончается. Буквально дня на два нам этого хватит. А еще по развлекаловке нам нужно построить хотя бы здесь колышек. Давай, иди, постирайся, блядь. Это же так необходимо, стирать то, чего нет. Здесь бурундук, в принципе. Он гигантского леница, не не сагрить. Хотя, если мы достроим здесь вот эту штуку, линию обороны нашу, и если на нее ленивец не зайдет, будет вообще офигенно. Блин, доделай, пожалуйста, колодец. Все, что я тебя прошу, доделай колодец. У тебя по нужным отдыха не хватает, ладно. Э, ты можешь достроить кровать? Она, в принципе, да, легко делается. Все замечательно. Вот это вот придется разобрать. Так, это для пельменя, а это для дилемма. Но, по сути, не такая большая, потому что для Space Kit'а, потому что ему нужно прилететь отдыхать, потому что он один из немногих, у кого есть оружие из нас. Отстрелим с тобой парочку улейней. Так, у тебя что по здоровью? Смерть через 14 часов неплохо. По идее, у них мизерный шанс сагриться, поэтому... Хотя... Если у них мизерный шанс агриться, иди сюда один. Будем с тобой их агрить, потому что у тебя дробовик, и у тебя больше шансов их убить. Еще индюк тут. Стой! Все-таки выстрел, пидорас. Так, ты раненый, тебя нет смысла. Вот ты не раненый еще. Давай тебя еще застрелим. Все, хватит патрон тратить. Вроде бы... А, не, блядь, не больше. Ладно, вот тут еще и два лени, которые живут, процветают. Ты серьезно? Попасть в нее не смог? 14 часов копыт отбросит. Ладно. Перенеси. Вот это все нам нужно перенести срочно. Прям максимально срочно, ребят. Давайте вперед. Сранчат-то насрать. У нас все равно ни защиты, ни обороны нет. На какое-то время мы едой запасенность. Блин, ты не до сих пор не достроил? Ты серьезно? Ты угораешь надо мной? Осталось 41, каких-то жалких 41, давай. Из них выпадает кожа, неплохо. Мы сейчас, то есть, кровать сможем сделать. Из одного оленя получилось 6 мяса, очень даже неплохо. Давай, ложись спать. А, колодец есть, все, колодец ты достроил, умница пельмешка. Теперь у нас не такие идиоты будут. Блин, дострой еще вот эту штуку, пожалуйста. И вот эту вот. Все, у нас есть и ведро, у нас есть и все. Просто замечательно.
Все, у нас пока базовые потребности удовлетворены, в принципе. По большей части, так скажу. Сколько вас тут? Не-не-не-не, ближний бой. Я недооценил саранчу эту. Будет строить крышу, да, замечательно. Теперь у нас здесь есть хотя бы крыша. И, в принципе, пельмень, ты можешь еще одну кровать построить. Да, немного неудобно входить, но что ж теперь. Все, давай вот эту вот штуку разбираю. Пельмень, и можешь отдохнуть. Разрешаю. Пока все идет как нельзя лучше. Так, и можно из областей построить крышу. Честно. Только на который мы день? Весна, уже середина весны. Через 10 дней нам потребуется для того, чтобы решить проблему с выживанием. Пипец это, ребят. Прежде чем что-то делать, я хочу кое-что попробовать. Я тут сохранился, поэтому я ничего не потеряю. Уходи, 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 уходи. Вот дверь закрылась. По здоровью, у тебя смерть через 4 часа. Правда, тут все кровью заляпаешь, начнешь теперь. Вот и все, ребят. Душа гигантского ленивца. Правда, зря я ее сейчас зарезал. Время поразбирать обломки. Тут есть специальный разделочный стол. Пивоварню я, пожалуй, разделаю. А разделочный стол переношу себе пока. Я посмотрю, пельмени нечего... Стало нечего делать. Поэтому мне кажется, самое время начинать делать исследования. Вот научный стол. Простой научный стол из... стали. А, тяжелое устранение. Вот так вот, давай сюда. Тем более, что остальных блоков тут есть. Вот. По планированию можно вот это вот все выкопать. Опа, ёб твою мать. Ряки. А, вы прибились к поселению? Неплохо, 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 ребят. Это халявное мясо, считай. Только давайте вот так вот. Область. Управление областями. Делаем новую область для хоряков. Хряки, вы можете, блядь, где хотите. По-моему, они питаются травой, если не ошибаюсь, свиньи-то. Они явно не плотоядные. Поэтому у нас все в ажуре. Что еще выпадает? Керамика выпадает? Неплохо. Вот с этого, по-моему, очень много стали падает, что было бы очень сейчас кстати. Так, и по приказам я сейчас прикажу собрать возможности, все, что здесь есть. Да, вот 150 стали. Перво-наперво. Плодокаменное охлаждение нам нужно. Это мы сможем быстро очень изучить. А, кстати, надо я забыл посмотреть, тут есть ли хладокамин вообще, в принципе. Ну да, пошел я нахер. Серьезно, нет хладокамня? Офигеть. Вот с этим нам жутко не повезло. Так как мы построили исследовательский стол, я начал технологии. Я начал загрузку технологий. А также, поскольку я выяснил то, что на нашей карте отсутствует хладокамень, ну или, по крайней мере, его нету среди залежей, которые мы можем наблюдать, мною было принято решение не углубляться в изучение хладокамня, а сразу перейти к изучению генераторов на твердом топливе, то есть хотя бы конвекционную энергию, хотя бы просто базовые генераторы на угле и кондиционеры, чтобы сделать хотя бы банально первым делом у нас печку. Ой, печь, говорю. Первым делом сделать холодильник. Также давайте запустим пока игру. Я здесь небольшую планировочку сделал. С самого начала нашей базы. Вот здесь вот будет у меня, думаю, небольшой киллбокс с таким вот ответвлением. Здесь у нас будут жилые комплексы. Здесь вот будет стоять холодильник как раз с двумя стенками. Столовая, комната развлечений и склады с нашим производственным цехом. Это вот только начало базы, потому что еще несколько ответвлений базы будет. Базу на самом деле очень сильно ограничивает то, что тут больше ничего нет, но мы можем развиваться вверх и вниз. Хотя я очень сильно сомневаюсь, то, что это будет хорошо в плане модульности. Пока есть возможность, я, пожалуй, начну приказ делать вот такую вот штуку. Раскопать хотя бы область под холодильник, чтобы она хотя бы была уже готова. Планировка, видимость отключаем. И пока есть возможность, да. Также у нас двоечка. Мы ставим ее в приоритете ученым, без садоводства. Сначала повар, потом ученый, все. Потом дальше уже остальным занимайся. Давай ты приготовишь немножко мяса, чтобы оно не испортилось.
А также давайте сейчас построим небольшой пищевой контейнер из досок. Вот здесь вот себе.